Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем какой-то Хаунс Ланг, не знаю, что за игрушка, давайте попробуем поиграть, она у нас на английском языке, что даже странно, так окей. А, это 2048, только типа, хоп, здесь, по-моему, улучшать жилище только надо будет. Давай посмотрим. Тири-ти-тит. А что это такое? Можно как нажать, а что это такое? Будет расти все. Ладно, посмотрим. Профессионал в эту игру не сравнится. И будет очень... О, так, подожди, он ушел сюда, да? Переместился. Хлоп. Так, сюда. О, жирает. Мы даем еды, что ли, не пойму. Чё они такие радостные? Кто-нибудь заметил вообще? Изменения в лучшую сторону. Вот так. Так. Так, пока мы просто совмещаем все. Ничего такого непринужденного нету. Раз. Они бегают так все. Если 64 мы уже открыли. Так, так. Так, так. Так, так. Все совмещаем. Раз, два, три. 32. Вот, жрет пальцы какие-то. Куда кидает. На зиму они там. На зиму готовится. Так, раз. Так, так. 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 Блин. Ладно, сюда. Сюда. Сюда, сюда. А, блин, я вверх забыл, ну ладно. Вот, раз. Вниз. Сюда. Сюда, вверх. Вниз. О, 128, давайте. Ребят, вот ждал. Да не закидывай там. Зимовать сейчас будут. На, жрачки набрали. Интересно, вот это, по-моему, мы должны улучшать сами жилища. Я даже больше не обращаю внимания на то, как я, как мне нужно совместить, чтобы там получить там 128, там 16. А больше жду, когда они там будут делать всякие приколюшки. Это обустраиваться или что-то такое. А вот из-за этого я в полной сейчас жопе нахожусь. Так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Угу. Так, так. Так, так. Ой, блин. Что-то я не то сделал. Ладно, так. Так. Ух ты, сколько они там набрали-то уж. Жатвы. Вверх. Право. Влево. Лево. Право. Вниз. Вниз. Опа! Как у нас тут все устроено-то? Сделано в Германии. Так, вы там что, будете что ли улучшаться? Что вы там, сколько жрачки уже туда набрали? Там будете не просто зимовать, я не знаю, перезимовывать с таким количеством. С такое количество еды. С таким, точнее, количеством еды. Так, что у нас? Оп. Оп, сверху, справа, снизу. Так, их трое, или, мне кажется, их было столько же. Раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Так,
Смещиваем, смещиваем. Раз. Сюда, сюда, ниже. Блин, здесь на 4. А, ну так вот только. Раз, 128. Так, хорош, там уже жрачку. А, посмотрите. У меня кому низить. Вот. Пам. Пан или пропан? Ну, блин. Раз. Блин, жалко. Я просрал. За 5 минут я просрал. Не думаю, что делать. Они так-то, в принципе, еще жрут до сих пор. Чем самый соль. Я не очень опытный игрок в 2048. Поэтому и просираю, может быть. Кого-то лучше все получается. Видел явных задротов. Чиш, чиш, чиш. Они все на зимовку идут. Они должны улучшать свои жилища. То есть я видел в картинках, что типа они, пока ты там им жрачку даешь, они там успокаиваются и улучшают. Только я не пойму, это мне надо до определенного уровня, наверное, дойти, чтобы улучшить. Вот, что там здесь? Жмем, жмем. А, типа мы... 1000 стоит, во! Еще один желез стоит 1000. А здесь сколько? Все, желез, жильца мы купили. А, это вот как раз... А это мы должны накопать за 1000. Вот в чем смысл. Ты должен улучшать жилище за счет того, что сколько ты совместил. За счет очков, которые получишь. Вот и все, вся магия. Это у нас еще один появился крысик. Крысик, крысик. Ну а так, по сути, прикольно так делать, прикольно. Если вам понравилось, конечно, оставлю ссылочку в описании на этом. Все, с вами был Швиля, до новых встреч. Пока.